Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Счастливый Кролик! И сейчас мы находимся в ивенте второму игроку приготовиться. Супер-супер! И вот после того, как сейчас закончится это интервью, откроется четвертый портал с бесплатной вещью, ребята. Так что не переключаемся. Сейчас мы посмотрим и сделаем все, чтобы ее получить. И вы узнаете, как ее получить совершенно бесплатно. Но кто еще не подписался на канал, обязательно подпишись, поставь лайк и колокольчик. Ну а мы начинаем. Ребят, мы уже стоим тут полчаса и уже просто танцы устроили. Когда же они закончат болтать? Мы уже все поняли об этой книге, об этом фильме, обо всем, ребят. Откройте нам наконец-то дверь. Мы хотим получить следующую вещь. Супер, ребят, портал открылся. Ну что, погнали. И это чайник. У-ху, давайте же возьмем этот чайник. Вот они еще разговаривают. Вы, ребят, разговариваете. Ну а мы уже побежали за чайником. И где мы будем? Мы нигде не будем, потому что еще ошибка. Я все-таки им надо, наверное, и договорить, чтобы мы смогли зайти в игру и получить этот чайник. Что же это такое-то? Ребят, попытка номер два. Разгон. Идем на таран этого портала. Прыгаем, прыгаем, разгоняемся и влетаем на всех парах. И... Нет, еще нет. Давайте еще раз попробуем. Что, ребят, они еще болтают. Ну, давайте попробуем прыгнуть еще разок. Может, уже все-таки можно зайти или нет. Ну и... Супер, все, мы можем зайти, ребят. И это игра Bad Business. Стрелялочка, шутер. Классненько. Давайте же посмотрим, что здесь надо делать, ребят. Так, ну что? Будем начинать разбираться. Ну что, ребят, надо зайти первым делом сюда. Код и написать вот этот код. Уникорн. Ой, да, написал. Ну-ну. Вот, написать. Уникорн. Вот так вот. Написали. Все, мы получили. И теперь у нас появились вот эти очки. Видите, ребят? Супер. Теперь, ребят, заходим вот фитс. Вот, чтобы одеть наши очки. Выбираем сюда лицо. И вот они. Вот мои очечки, ребят. Смотрите, ребят, и после того, как мы заходим на любую карту, нам надо найти вот такие ворота, видите? И здесь мы должны ввести нашу единорожку. Что за наша единорожка, ребят? Мы находим пасхалочки, ребят. Они могут быть на стене, на полу, везде, в общем. И эти пасхалочки нам надо сканировать. И потом, когда мы сканируем все пасхалочки, мы введем туда их. Но видите... Ребята нам мешают, они нас убивают, не знаю почему, но они пытаются нас убить, хотя мы по ним и не стреляем. Но я сейчас буду бегать, искать свои пасхалки, даже не буду ни на кого отвлекаться, никого убивать. Может, и они потом постепенно перестанут стрелять, не знаю, посмотрим. Ну что, погнали искать наши пасхалки, потихонечку сейчас попробуем найти все. Ребят, и вот наша первая пасхалочка, смотрите, давайте ее сканировать. Мы ее получили, супер-супер, побежали, ребят. Ребят, вот еще одну пасхалочку я нашел. Видите, вот здесь за паровозиком. Супер-супер, вот здесь за паровозиком. За вагоном вот этим, ребят. Класс-класс, давайте продолжать еще. Если в таком же ритме мы, может, и успеем. Хотя ребята пытаются нас убить. Вон еще одна пасхалочка, ребят. Вот-вот она, смотрите, где спрятана. Ха-ха, супер. Так, мы уже почти нашли все части. Нам только осталось найти теперь голову, ребят. Супер, где же эта голова? Давайте ее посмотрим. Часть, точнее, головы. Где же нам ее найти, чтобы ввести? Так, ну-ка, здесь есть что-нибудь? Так, осторожно. Да, вот я ее вижу. Да, и это голова, ребят. У-ху, супер. Теперь нам надо вернуться и найти, куда вводить вот этот вот код. Найти ту штуковину. Класс. Так, ребят, вот я нашел, где вводить. Заходим сюда и вводим нашу единорожку. Все как надо. Голова, крылышко сверху. Так и так. Теперь у нас считывает информацию. Давайте посмотрим. И все, ребят, загружается операция единорожка. Ну что, ребят, вот мы видим вот такого вот единорога. Давайте же нажмем начать. И мы начинаем нашу миссию. Здесь мы должны валить зомбаков, ребят. Всегда идем вот сюда, вот на этот знак, типа буковки В, и появляются зомбаки. И мы должны зачищать эту зону, то есть уничтожать всех этих зомбаков. Вначале они такие более-менее, но потом они становятся все быстрее и опаснее. Вот так я их сейчас мочу спокойненько. Надеюсь, вы сюда смогли спокойно дойти, и ребята не сильно вам мешали, потому что мне они мешали очень сильно, ребят. Если нет приватного сервера, то, в принципе, ну, не тяжело до сюда добраться, но нервы тратятся.
Ну что, давайте я зачищу эту зону. Все, ребят, я зачистил зону и теперь продвигаюсь дальше. Смотрите, ищу где В, вот она, и иду туда. Обратите внимание, у меня сверху 3 сердечка. Это значит, что меня еще ни разу не убили. Вас могут убить 3 раза, ребят. И потом все, до свидания. И все придется заново. Находить части единорога, вводить их и все такое. Ну что, побежали зачистим следующую зону. Вот они уже здесь появились, наши зомби. Все зачистили, чуть-чуть пострадали, но хорошо, что энергия восстанавливается. И, в принципе, все пучком. Пока, ребят. Идем дальше. Кстати, кто еще не подписался на канал, обязательно подпишись, поставь лайк и не забудь про колокольчик. Ну, а я пошел мочить зомбаков. Ребят, представим, что вас чуть-чуть надкусили зомбаки, и у вас мало жизни. Тогда оставляете вот одного так зомбака и начинаете наворачивать круги от него, пока у вас не восстановится энергия. Потому что если вы его убьете, начнется следующая волна, и на вас набежит куча зомби, вы точно умрете. Остается последний зомбак, и сейчас мы зачистим территорию. Супер, продвигаемся дальше. Бежим, бежим. Ребят, здесь будет чуть-чуть поопаснее. Этот дом, наверное, самая такая сложная локация здесь. Ребят, а теперь маленький лайфхак. Как не надо начинать третью волну в доме зомбаков этих. Смотрите, убиваем, начинается третья волна. И что мы видим? Но все равно, если мы сразу убегаем на второй этаж, ребят, у нас куча времени. Вот единственное, что спасает здесь от зомбаков, это вот этот второй этаж. Забегаем сюда, нарезаем круги, и пока они до нас доберутся, у нас есть время отдышаться, прицелиться и замочить всех зомбаков, ребят. Так что, если видите, что ситуация становится трудной, забегаем на второй этаж и начинаем нарезать круги. А потом, если что, спрыгиваем вниз и бежим, и опять все повторяем заново. Вот так вот, видите? И бежим. И пока они сейчас все за мной опять побегут, пройдет куча времени, и я успею отдышаться и не умереть. Супер! Ну что, ребят, зачистили дом, теперь можно убираться отсюда. Погнали. Это было не так легко, но легко. Погнали дальше. Ого! Вот так вот они сзади хотели меня уничтожить. Вот они вообще такие хитрюшки. И следующие бегут бегуны у нас. Отличненько. Супер сработано. Зачистили, погнали дальше. Ну что, ребят, еще одну зону зачистил. Наверное, больше я вам не буду показывать, как я зачищаю зоны, а уже приблизимся к финалу. В общем, смысл понятен. Все время двигаемся сюда, на В. Зачищаем зоны. Убиваем все волны зомбаков и продолжаем. Потом все время идем прямо, прямо, прямо и прямо. Всегда вначале убивайте быстрых. И потом, если у вас мало жизни, не начинайте следующую волну. Оставьте одного зомбака, покружитесь вот так от него и накопите жизнь. Ну что, погнали. Ну что, ребят, лес мы вот этот весь зачистили. Теперь мы вот приближаемся к городу, где и будут происходить финальные битвы. Погнали. Здесь мы тоже будем сейчас мочить зомбаков наших. Кстати, ребят, совет, в городе всегда держитесь вот место, как только вы зашли вот в эту зону, тут и стойте, потому что если вы пробежите дальше, у вас есть шанс попасть на место, где зарождаются зомбаки. Видите, а здесь их в принципе мало, вот они все оттуда идут спереди, видите? Как только зашли в зону зачистки, все время стоим с самого-самого края, сначала. И тогда нам намного будет проще всех убивать и зачищать это все. Потому что у нас будет время, пока они до нас добегут. И опять я буду стоять в самом начале. Перезарядимся, подготовились, жизнь целая, заходим. Все, смотрим, где они зарождаются. Видите, все зарождаются впереди. У-ху-ху-ху-ху. Ребят, я смог выжить, но это было очень-очень-очень опасненько. У-ху, такого я не ожидал. Ну что, ребят, зачистили, идем в следующую зону. Что-то мне подсказывает, что мы уже близко к развязке. Так, бежим, 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 бежим. Сюда, сюда, никого нет. Это очень-очень даже хорошо. Забегаем сюда.
И что нам пишет? Да, ребят, все, это развязочка, смотрите. И вот этот наш единорог. Супер, класс, бежим к нему. И проваливаемся вот сюда. У-ху! И вот наш этот заветный чайничек, ребят. Вот он какой прикольный и красивый. Класс, класс, класс. Все, миссия завершена, и мы получили бэджик. У-ху! Ребят, супер, супер, супер. Поставь лайк, если ты еще не поставил. Ну что, ребят, вот это все мы получили. Вот этот чайничек, вот эту футболочку и вот эти штанишки. Даже не футболочку, а кофточку, скажем. Всем спасибо, вы были на канале Счастливый Кролик. Не забудьте подписаться, поставить лайк и колокольчик. Ну а я переоденусь и побегаю теперь в этом скине. Конечно, чайник я на голову не буду одевать, будет очень больно ушам, ребят. Не забудь подписаться. Пока-пока, до новых встреч.